Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Игорь Валерьевич Добряков. Я старший научный сотрудник Национального центра исследований в области психиатрии и неврологии имени Владимира Михайловича Бехтерева при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 1-2 октября в Воронеже Ассоциация педагогов, психологов и психотерапевтов Центрального Черноземья проведут очередную ежегодную конференцию, которая называется «Мир глазами ребенка». Для меня очень важно, что эта конференция междисциплинарна. Она собирает представителей разных специальностей, но цели их деятельности совпадают. Помочь детям, подросткам, имеющим психологические проблемы, а также рано выявить нервное психическое расстройство, заниматься их профилактикой. Я приглашен принять участие в работе этой конференции, сделать доклад и провести мастер-класс. Для меня это большая честь. Я благодарен организаторам и рад, что они согласились с предложенной мной тематикой моей работы на этой конференции. Первая тема доклада, которую я предложил и которая принята, это дифференциальная диагностика и психотерапия невротических расстройств у детей разного возраста. А тема мастер-класса – игры нашего детства. Выбор темы доклада обусловлен тем, что возрастные особенности накладывают отпечаток на проявление нервно-психических расстройств. И это очень меняет клиническую картину, что затрудняет диагностику, а значит затрудняет и выбор лечения. А вот выбор тела мастер-класса обусловлен тем, что игровая психотерапия наиболее адекватна при работе с детьми и позволяет быстро установить психотерапевтический контакт, выявить проблемы, выбрать наиболее эффективные психокоррекции, применить их. Причем, чем младше ребенок, тем большее значение в психокоррекционной работе должно придаваться именно игровым методикам. Я использовал такие методики, это очень помогало мне в работе в горячих точках, в Чечне, в Карабахе, в Беслане, в других местах с детьми, имеющие острые посттравматические стрессовые расстройства. Теперь немножко о мастер-классе. Мастер-класс, как я сказал, называется «Игры нашего детства». И вот выбрана эта тема в связи с убежденностью, что в работе с детьми, так как со взрослыми не специалист, обращаться к своему собственному детскому опыту, так и детскому опыту клиента позволяет выявить нередко неожиданные ресурсные возможности личности. И их актуализация как раз поможет справиться с той проблемой, актуальной проблемой, с которой пришел клиент. Кроме того, можно обнаружить неотработанные психические травмы, которые находятся в бессознательном, и клиент сам может не подозревать о них, помочь ему справиться с ними, не всегда выводя на уровень сознательного. Все это позволяет эффективнее решать актуальные проблемы, поэтому приходите на конференцию, приходите на мой мастер-класс. Я буду очень рад встрече с вами, обещаю, что будет интересно и очень надеюсь, что полезно. Спасибо.